А ми продовжуємо наш ефір, і біля мене вже сидить наш перший гість, якого я рада вітати в нашій студії, Юрій Решетник, IT-волонтер та проджект-менеджер. Доброго ранку, Юрію. Отож, сьогодні будемо говорити з вами про волонтерство. Ми чули там про якесь кулінарне волонтерство, про якусь соціальну допомогу. IT-волонтерство – таке доволі рідке явище. Скажіть нам, як давно виникло IT-волонтерство в Миколаєві, хто його організатор і ціль вашої команди? Ну, по сути, само явление возникло сравнительно недавно, в начале этого года. Никто не является лидером абсолютно. Все участники волонтерского движения равнозначны. Вот. Пишем софт, который нужен госорганам. Вот. Передаем свои навыки, свои умения государству. То есть работаем методом краудсорсинга. То есть все ребята работают на разных работах, в различных учреждениях, организациях. И тратят какое-то время свое личное, час-два в день, в неделю, на создание нужного для государства продукта. А чи велика у вас команда IT-волонтерів? По Украине у нас больше 1000 программистов. Программистов, бизнес-аналитиков, тестировщиков, проект-менеджеров. А, зокрема, в Миколаєві? В Миколаєві около 20 человек. Угу. Тобто ви співпрацюєте з державними органами, так? Да, мы создаем софт, который нужен госорганизациям. То есть, если госорганизация, ну, в лице чиновника, руководителя, очень хочет внедрить какие-то современные технологии, ну, будем откровенно говорить, сейчас государственные органы у нас на таком, по IT, на зачаточном состоянии находятся, вот, то мы предлагаем, если у руководителя горят глаза, вот, и он хочет свои услуги сделать более доступными для людей, вот, то мы помогаем, подключаемся, вначале работают проект-менеджеры, составляют бизнес-схемы, дальше программисты все это дело оцифровывают, тестировщики тестируют, выдаются в продакшн, как бы, и люди пользуются. Создали уже около 45 услуг, это сайт i.gov.org.ua. От ми до нього перейдемо, тобто ви підписали меморандум, так називаємо меморандум з Держадміністрацією. Давайте більш детально нашим глядачам розкажемо про цей меморандум. Знов таки, хто його був ініціатором, яка його ціль і що означає цей меморандум? Я зрозумів. Меморандум, він тройственний між нашою організацією, вона називається «Технології проти корупції». Вот. І заключили з облдержадміністрацією і облсоветом, це Луста і Меріков. Вот. Предложив Вадим Іванович просто на Фейсбуке написал, он открытый человек, написал, что есть такая у нас инициатива, есть какие-то пробные админ-услуги, которые мы можем внедрить в Николаевской области, в городе Николаеве, и, ну, в соседних городах Николаевской области. Он переключил на своих заместителей, которые курируют этот вопрос, заинтересовался. Вот мы сделали пилотную услугу, это полупщина житловых умов, вот, внедрили ее. Вот также внедрили пилотную услугу в городе Вознесенске. Это звернення громадян до міського голови, витяг из рішень міськсовета. Вот, и как бы запустили пилоты. Вот, и потом, когда я понял, для того, чтобы закрепить отношения, как бы, документально, чтобы была точка отчета, как бы, для каких-то инноваций, для приказов, ну, есть свои какие-то в госорганах свои правила игры. Вот, мы заключили меморандум тройственный между нашей организацией, Николаевской областным советом, Николаевской областной администрацией. А вы, кажется, запустили пилотную послугу. А как саме, как она будет втілюватися в життя и что она конкретно даст людям? Конкретно эта услуга, она декларирует то, что какому-то гражданину необходимо получение житловых умов. Да, вот. И что ему потрібно сделать? Да, ему достаточно зайти на наш сайт, вот, верифицироваться. Верификация у нас сейчас используется технология BankID, это довольно инновационная технология, она сейчас используется только в странах Скандинавии и странах Прибалтики. Вот, мы ее тоже внедрили в Украине, сейчас ее поддерживают около 10 банков. То есть банки предоставляют госорганам услугу верификации сотрудника, что, допустим, Решетник Юрий, это именно Решетник Юрий, то есть банки с помощью своих сервисов верифицируют клиента для госорганизации. То есть госорганизация, ну, их сайт, допустим, он точно знает, что вот Решетник – это Решетник. Mm-hmm. Вот. И тут же банк, допустим, предоставляет ксерокопию паспорта ИНН в электронном виде. Они хранятся в электронном архиве и подписаны электронной цифровой подписью. То есть довольно валидно, довольно защищенно.
Вот. И, то есть нет необхідності носити для получення якоїсь одної услуги ксерокопії паспортів, ІНН. Так, це трішечки поліпшує життя, не треба кудись іти, просто сидячи вдома, заходиш в інтернет, на сайт, і там така є послуга. А які ще послуги входять? Послуги абсолютно различні, їх стандартних около 400 штук, ми хочемо їх внедрити до середини наступного року. Тобто услуги починають від справки получення о несудимости, вот, и кончая какими-то такими, вот, например, сейчас для Николаева очень актуальна услуга перезаключения договора с Николаев с Бетгазом, огромные очереди стоят. И давайте зупинимось на цьому детальніше, тому що це дійсно така болісна тема і актуальна для мешканців. Поясніть, як це зробити завдяки вашому меморандуму? Ну, у нас сама услуга готова, у нас нету отмашки, как бы, руководства Николаев с Бетгазом. Мы встречались, как бы, с руководителем, я показал наши возможности, что IT-волонтеры, очень толковые ребята и девушки, программисты со всей Украины, там около 10 человек разрабатывали эту услугу, перезаключение договора с энергокомпанией, как бы, неважно с какой, Облэнерго, Облгаз, что угодно. Вот, услуга запускается в течение одного дня, то есть есть отмашка руководства компании энергетической, что мы согласны на эту услугу, мы ее запускаем в каком-то регионе, в частности в Николаеве, и происходит следующим образом. Человек сидит дома, за компьютером заполняет поля какие-то, там фамилию, ИНН, там количество проживающих, прописанных, площадь, квадратуру. Тобто це все доступно і легко, і зрозуміло. Да, нажимает кнопочку «Отправить», она уходит в энергокомпанию. В энергокомпании есть человек, который отвечает за электронный сектор, за онлайн-сектор, принимает эту заявку в электронном виде, ничего не печатается, никто никуда не носит эти ксерокопии паспортов ИНН, это уже анахронизм, по сути. Вот. И в электронном виде обрабатывает, берет шаблоны договоров, вписывает там какие-то реквизиты и возвращает заявку. Человеку падает или смс, или e-mail, что ваша заявка обработана, прошу прийти по такому-то адресу в любое удобное для вас время. Человек пришел, просто на договорах поставил свою офлайновую подпись ручкой, вот, забирает свой взгляд договора и спокойно уходит. Если компания хочет, можно вообще подключить курьерскую службу. Человек даже вообще никуда не будет ходить. Он подписывает, как бы, его подпись валидна, вот, договор распечатывается, закладывается в конверт и отправляется ему по адресу, где ему удобно. То есть все довольно развинуте, так? Не такого ажиотажа не потрібно, да, створювати? Ну, это давно придумано, не нами весь мир пользуется. Почему у нас в стране такое происходит еще? Ну, вот, наверное, потому что вот так вот. Тому що отак. Я переконана, що ми дійдемо все ж таки до цього. Меморандум говорить про корупцію, про позбавлення корупції. Яким чином? Про послуги ми зрозуміли, а як же від корупції позбавитися? Елементарно. В чому прозрачність? Прозрачність в тому, що будь-яка адмінуслуга представляється в електронному виді і максимально виключається людський фактор. Тобто не секрет, що технічно дуже легко організувати доступ в якийсь локальний базі даних різних міністерств, відомств. Вот, и получить оттуда те цифры, которые нужны, те данные распечатать в виде какой-то формочки, и человек получает. Тем более не секрет, что сейчас люди у нас, по сути, являются курьерами. Он идет в 2-3 организации, собирает какие-то справочки, их суммирует, несет в какую-то разрешающую организацию. Технически это очень элементарно связать базу данных этих организаций и той организации, где необходимы эти данные. То есть технически это очень легко. То есть, ну, почему оно до сих пор не реализовано, но вот мы пытаемся это развить. И, естественно, да, убирается фактор офлайновой очереди, то есть коррупция. То есть не секрет, что можно подойти к кому-то там чиновнику и сказать, что мне надо быстрее сделать, там, сделай мне не за 2 недели, а за неделю. И фактор коррупции налицо. А так это все в электронном виде, человек подает заявку, сервер обрабатывает, отдает результат, как бы, и все. После этого меморандума, как он подписан, как пошел в дію, вы уже бачите какие-то результаты? Что это действительно діє и это помогает? Конечно. Мы, опять же, вот, повторюсь, одну услугу уже запустили в пилоте, она уже на главном сайте. Вот, сейчас у нас в разработке около 20 услуг для обладающей администрации. То есть рабочая группа администрации, как я понял, они составили те услуги, которые наиболее востребованы населением, и мы сейчас их оцифровываем, они сейчас на полигоне нашем тестируются, запускаются. Кроме этого, мы предложили студентам ВУЗ, бывший НКИ,
как называется, ну, аграрный, да. Да, в народе НКИ просто так называется, пройти практику производственную в облдержадминистрации. То есть мы увидели потребность облдержадминистрации в каких-то программных решениях, увидели студентов, ребят, у которых горят глаза. Такие посредники, да, спецпрации, Миш? Просто мы ну, как предложили им вместе поработать, просто курировали исполнение. Ребята молодые, у них горят глаза, они рвутся в бой, как говорится. Вот, у нас есть производственный опыт, мы просто курировали какие-то технические нюансы, то есть создали хранилище в облаке, они там свой код, который писали для администрации, они хранят, складывали в хранилище в облаке, то есть им это в дальнейшем пригодится для резюме, то есть покажут свой код любому работодателю. Администрация получила программное решение, то есть одно из направлений это было управление майна, то есть они, ну, есть коммунальное майно, которое продается, создается в аренду, сейчас это необходимо куда-то идти, куда-то звонить. Мы сделали электронную базу данных, есть сайт, то есть человек заходит, смотрит, mm-hmm. то есть запускается процесс. Дальше мы разработали там, ну, не мы, вернее, прокурировали работу студентов, они сделали сайт для управления экологией, для управления внутренней политикой, там обрабатывается огромный массив данных. Это заучили богато. То есть ребята отлично отработали, мы. Скажіть, це така свого роду інновація в нашому місті, а чи виникають якісь проблеми, якісь нюанси на шляху от реалізації меморандуму? Особо не було. Тобто для мене було відкриттям, коли йшов в якісь управління адміністрації, у мене був такий стереотип, що чиновники сидять такі там важні за столами. Ні, всі люди прогресивні, молоді, тобто команда в адміністрації взагалі одна молодіжа. Вот, то есть предложили решение, показали буквально там какие-то интересные инновации, сказали, давайте запускаем пилоты, то есть вот студенты сделали какие-то решения программные, мы сделали админ-услуги, то есть... Безумовно, це не може не радувати, так, і нас, і наших мешканців. А які ще плани у IT-волонтерської команди на майбутнє? Може, ще щось таке реалізуєте? Поділіться, будь ласка. Ну, поки от у нас це, головна ціль – це оцифрувати кілька сотень услуг, по всей Украине, то есть, и дальше, ну, то есть, оптимизировать, помочь оптимизировать бизнес-процессы, ну, в госорганах, ну, как мы это видим, потому что не секрет, что айтишники довольно креативные товарищи, и с свежим взглядом могут подсказать что-то интересное и инновационное, но, опять же, цель какая? Для удобства горожан, для жителей Украины, чтобы они получили доступ к админ-услугам максимально быстро, максимально просто, чтобы не было этих офлайновых очередей, чтобы люди не ходили в ЖЭКи за справкой о составе семьи, потом в какую-то другую организацию, другой справкой, это все консолидировали, несли пакетом в другую организацию, которой эти справки нужны, там стали очереди. Ну зачем? Если человек может там сесть, допустим, если там пожилой человек, он может обратиться там, к своим детям, внукам да. Это, да. Тем более, ну, я телефон отложил, у нас есть ну, решение для мобильных телефонов. Угу. С мобильного телефона заходится на этот же сайт, есть мобильная версия, заказывается админ-услугам, человек в командировке, еще где-то там, или в пробке стоит, или ну, где угодно. Не обязательно искать компьютер, ноутбук, можно со смартфона. Все в живом таком режимі, да, все да. Зручно, і дійсно це полегшує життя громадянам. Я думаю, що оцінять такі ваші кроки, в чому бажаю вам успіху. Дякую, що завітали. У мене в студії був Юрій Рішетник, IT-волонтер, проджект-менеджер. Тож, іще раз дякую, що завітали. Чекаємо результатів і сподіваюся, що все ж таки ми полегшимо життя нашим громадянам. Дякую.